Добрый день, уважаемые друзья. Челябинская область очень достойно выступила на летней спартакиаде учащихся, на чемпионатах мира по дзюдо и по легкой атлетике. Наши спортсмены взяли серебро. И сегодня дзюдоист Кирилл Денисов здесь, в нашем зале, с нами. Мы будем его поздравлять. Поздравляю вас с победами. Желаю дальнейших успехов в спорте, новых высот, здоровья, благополучия и успехов. Спасибо вам. Я один раз боролся на самой первой спартакиаде. Да, к сожалению, там не получилось медаль выиграть. Но я там отбирался 42 килограмма. Нет, 50, а уже по приезду весил 60. Так что на две категории больше боролся, не получилось завоевать медаль. Но нет, не жалею, потому что это просто был один из этапов моей спортивной карьеры. Я смог справиться с этим и добился хороших результатов. Очень приятные эмоции, потому что это видно, что молодые ребята, они только начинают еще свой путь. Можно сказать, карьеру в профессиональном спорте, и поэтому очень приятно их смотреть, то, что они все разные, то есть такие виды, как девочки в боксе, маунтинбайк, все это очень интересно, конечно. Но я буду только рад и очень поддерживаю их, и горжусь, то, что вот именно в нашей Челябинской области, я, насколько знаю, 6-е место в спартакиаде заняла, это очень высокий результат среди 85 регионов, и очень рад, что спорт на Южном Урале существует. После вот этой золотой медали, чего хочется добиться? Золотой пока спартакиадный. Надо выйти в сборную России, там уже выступать на кубках. Я же правильно помню, что ты на России 7-й был, да? Да. Ну, тебя же это место не устраивает? Нет. Надо уже прибавлять, выйти в пятерку минимум.